Привет! Перед просмотром данного видеоролика я бы хотел разыграть для вас 400 рублей на Kiwi кошелек. И все, что вам нужно, это, конечно же, написать 511 комментариев к этому видео. А уже завтра в прямом эфире я подведу итоги данного конкурса. Приятного тебе просмотра, друг! Итак, ребят, мы попадаем на сайт CashFail, и у нас в скинах 94 доллара. Хочу сказать, что у меня есть свой промокодик и своя реф-ссылочка, ребятки, переходя по которой вы получаете халявный процент к пополнению, а я с вас получаю 5% от ваших депозитов. Все, в принципе, прозрачно. Вот сколько у меня рефералов, вот сколько я заработал за какой-то промежуток времени, я уже не помню, пацаны. В принципе, для вас все показываю, все честно. Из-за этого вы можете меня поддержать, сделать мне приятно, и вам тоже при пополнении 5% бонуса дается. Плюс есть бонусы от самого сайта. Есть бонус от самого сайта, а именно 15% за 5 недель активации ника в Steam. То есть, если у вас стоит в нике Steam CashFail, то вы, получается, получаете 10% к пополнению, если первый день, и так по нарастающей 2-3 недели, и самое максимальное — это 15%. Плюс мой промокодик — это уже 20%. Уже на 20% выгоднее можете депать на сайт. Задумайтесь над этим и изучите информацию по ссылке в описании. Ну и в комментах тоже. Что еще есть? Тут была какая-то халява, пацаны, я, честно говоря, что-то не нахожу. Скинопад не активен. А, ну ночь просто, наверное, уже, поэтому скинопад не активен. Так-то есть здесь топ даже, кто сколько поднял. И самые везучие коэффициенты, кто вообще как поднимает, можно полностью отследить статистику. Также здесь еще выкладывают депозиты, деньги на аккаунте. И то есть какая у человека статистика прям в чате. Ну, в общем, сайтик обновляется, это видно, это всем заметно. По сравнению с тем, что было 2 месяца назад, когда я первые ролики снимал. Так что хочу сказать вам, что уверенно и верно сайтик движется как-то в прогресс, в будущее. Ну а мы с вами сегодня попытаемся поднять 100 долларов плюсом. То есть у нас депозит 4000 рублей. Было бы здорово, если бы по итогу этого видео у нас был бы баланс 10 тысяч рублей. Нифига, глобал наклеечки парень ставит. Это прикольно, прикольно. Короче, что я хочу? Я хочу сегодня максимально попытаться довести скинчик до большого коэффициента. То есть смотри, у нас есть 5 долларов. Все ставочки по 5, ну плюс-минус. Хотя нет, не все, тут 2 ставки по 5 всего, что-то я... Ой, преувеличил, но скажу так, что есть еще и вот такие серьезные ставочки. Это на случай, если 5х вообще не будет залетать, и 6х, и 7. Ну, попытаемся сегодня на больших коэффициентах. Давненько их не выпадало, и вообще лайфлента какая-то скудненькая в 5 утра. Ну, не знаю. Будем смотреть, пацаны, будем надеяться, что что-то произойдет. А пока что хочу попросить у вас лайк и палец вверх к этому ролику. Я стараюсь, закидываю свои денежки, и хочу от вас максимальной поддержки. Хочу от вас... что-то интересное увидеть. И надеюсь, вы поставите лайк данному ролику. Так, 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 так. В итоге что? Что в итоге? 6х будет, не будет, будет, не будет. И посмотрим. Так, ну 2х есть. Первый раз за сегодня 2х поймали. Уже отбили то, что проиграли в прошлый раз. И сейчас можем отбить то, что... Ну, короче, 2 ставки уже отбили. 15 долларов. Но мы сюда не за этим пришли. Нам нужно поймать 6х. И мы сейчас очень близки к тому, чтобы это сделать. В последнее время, ребят, достаточно часто ловлю коэффициенты, которые хочу на сайтах. И смотри. Изи 6х. Поймали. 30 баксов сделали. Отлично. Идем хорошо, пацаны. Реально идем хорошо, и за это палец вверх, колокольчик. Ну, дошли. Могли бы и до 10х дойти, да? Прикиньте, даже если бы мы 50х ловили, достаточно интересный ролик будет, если я попробую поймать 50-100х. Блин, это очень жестко будет. Но такое возможно. Я вот в этом уверен. Я, по-моему, даже ловил в каком-то ролике 50х. Смотри, то есть мы бы уже поставили на 30х, мы бы уже выиграли 30х. Мы бы сейчас столько денег подняли просто. Но кто знал? Кто знал, как говорится, никто не мог предугадать это. Ну, теперь пару ставочек я предлагаю поставить на что-то небольшое, на что-то среднее, что точно выиграет. Хотя ничего в этих сайтах не бывает стопроцентного. Возможно, прямо сейчас он все крашнет и все старания на смарку, но нет. Потихонечку, по 5-6 долларов мы вроде бы как камбэчим. Давай теперь попробуем средний коэффициентик, это 3х, и в принципе, если эта ставочка заходит, мы выиграем 20 долларов. 20 долларов тоже деньги, 20 долларов тоже человек, для меня, по крайней мере, точно. Не знаю, как там для буржуев, богатых блогеров, но я слишком много слил на этом сайте, чтобы так сильно сюда лить. Нет, ну я и выигрывал до хрена, тут как бы не поспоришь, в принципе, я где-то в среднем нуле здесь жестком нахожусь. Давайте выведем прямо сейчас, что-то мне кажется, что до 3х может не дойти, но это было только мои догадки, как бы, в любом случае хорошо. Ну, кстати, дошло бы спокойно. Предлагаю поставить 58 долларов на 1.1. Такая легенькая лайтовая ставка. Почему легенькая? Потому что коэффициент, который 100% заходит, если не краш. То есть, если не 1.0. Вот пидорас. Вот это пидорас называется.
Ну все, ребят, все старания на смарку, я вас поздравляю. Это, блядь, все скины, которые были, я решил рискнуть. И он 1x поставил. Ну что это за система? Ну какого фига она так работает? Что это такое? Мы... вот все пошло не туда как-то, да? Замечаете? Ладно, я не буду бомбить. Сумма достаточно небольшая, 4000 рублей депозит. Но, тем не менее, все равно обидно просирать даже такие деньги. Для меня, повторюсь, они не маленькие. Просто я обычно ставлю по 500-600 баксов. Там серьезные суммы. Здесь, по сравнению с своими прошлыми депозитами, баланс все-таки поменьше я решил поставить. И, наверное, ну не получится у нас сегодня. Есть пару вариантов, что может зайти, но... Будем пробовать. У нас есть две ставки, пацаны. Нет, так нет. Я не хочу заканчивать ролик, именно тянуть его на 2-3 долларах ставках. Будем ставить по-нормальному все, что у нас есть, по-человечески. Если зайдет, хорошо. Если не зайдет, ну, значит, такова суть ролика. Значит, показываю вам реальные шансы. Никакой подкрутки, ничего интересного тут нету. То, что вы привыкли видеть. И... Давай 3x. В любом случае, я думаю, что сейчас это будет конец ролика, друзья. Видимо, не судьба. Но прошлые разы, помните, мраморные градиенты поднимали. Видели ролики наверняка на моем канале. Но сейчас вот такой ролик. Не всегда же выигрывать и не всегда это показывать. Иногда надо и показывать сливы. Ребят, в любом казино, в любом сайте можно проиграть свои деньги. Вы должны это помнить, когда закидываете денежку. Ну, вот я вам показываю, что вот такое бывает. Кстати... Подняли. Мы подняли ножик, и не все потеряно, походу. Ну вот с этим ножиком, конечно, сейчас проблемы будут, я уверен. Почему проблемы? Потому что, ну, скорее всего, мы его не поднимем никак, и сайт нас крашнет. Ого, статистика. Так, нифига, заработал 2300 долларов. Нифига себе. Так, ладно, давайте попробуем поставить на 1.35 и как-то вернуть наши деньги, которые проиграли. Ну, между прочим, на последней ставке что-то интересное CSFail все-таки показал. Но сейчас я сомневаюсь, что он дойдет до 1.35. Очень сильно сомневаюсь, друзья. Так, нифига себе. Это мы, получается, приумножили наш баланс, вы прикиньте. В принципе, как вариант, можно оставить этот скин, но давайте лучше сделаем вот так вот. Сделаем решающую ставку, была не была. Вот я хочу сделать так. Хочу сделать красиво, подвести суть ролика, собственно говоря, ну и по времени уже нормально. Так что, друзья, еще раз, если вы хотите закинуть денежку, закидывайте не так много и, самое главное, свободные деньги, которые вам будет не жалко проиграть. Так, я выведу, я боюсь. Я реально испугался, мне кажется, он мог бы подъебать. Но в любом случае, видите, вот я сейчас рискую дико, и у меня получается выигрывать неплохие суммы. То есть я сейчас где-то 3000 от баланса поднял, уже неплохо, ну и не супер там сильно, да? Короче, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. На этом мы, наверное, закончим. Самое главное в плюсах. Ссылочки, промокоды и халява есть в описании. Ну а с вами был Бог, увидимся, пока-пока.